Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру «Дожить мы до рассвета». Мы просто пошутили, Ханна. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум! Эффект бабочки. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духа. О, кстати, берегитесь Джоша, он приколист. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Итак, читаю. Изоляция. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а. Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная. Тебе и быть медиумом. Серьезность, беспечность. Давай, давай посерьезней, да. Пускай будет посерьезней. Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак. Явись нам. Сейчас вам явится дух. Так, подожди. Постойте-ка. Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется. Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Уточнение, кому нужна помощь? Выяснение, чем мы можем помочь. Давай, кому нужна помощь, узнаем. Кто же ты? О, опять! Так, С. Е. С. Д. Р. А. Сестра. Сестра. Чья сестра? О, да ладно, чё, реально? Заткнись! Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Да? Так, ладно. Которая из сестер? Две сестры было. Кто это? Было две сестры, они погибли. Ханна или Бет? Ханна? Давай спросим, может быть, это Ханна? Кто говорит с нами? Ханна? Ханна, это ты? Это ты? Блин. О, боже! Да бросьте вы. Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы можем спросить, что случилось. Джош? Я выдержу. Ладно. Да ну, правда она пришла, что ли? Сейчас. Выяснение, что с тобой произошло? Извинения. Нам так жаль. Давай вот так выясним. Потому что они-то не знали, что произошло. Мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П. Р. Е. Д. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Предали. Движется. О боже. У. Б. И, Л, И, нет, нет. Убили? Мы их не убивали, это же была шутка. Эш, успокойся, ладно, надо спросить еще. Прости, прости. Ребят, меня. О чем это она? Спроси, что случилось, надо же узнать, спроси, Эш. Капец, она по-настоящему вышла на связь. Выяснение, кто тебя убил, уточнение, как ты погибла. Давай выясним, кто ее убил. Так.
убил тебя? Ханна, скажи, кто? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. В библиотеке? Берегись! Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Доигрались. Это неправда. Да как неправда-то? Слушай, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, ты виноват. Только этого мне не хватало, придурки! Слышь, придурки, блин! Пойдем его догоним? Да ну его! Сам решил поиграть. Не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Сейчас поищем. Джесс! Джесс! О, твою ж мать! Так, пойдем осмотримся. Джессика, ну хватит. Это, в той серии, получается, Джессика сбежала от него, от Майка. И послышались крики, она перепрыгнула через дерево, но... Это не смешно. Это реально, это, кстати, реально не смешно. Зачем она это... Эй, ты здесь? А если ее утащили? Ну-ка, давай здесь осмотримся. Только не вылази, никто, пожалуйста, пожалуйста. Так, стоп, мне сюда не надо. Остроумие. Совсем нету остроумия. Романтичность зашкаливает. Но остроумия нету, ребята, он не остроумный. Джесс. Джесс, ты... Эй. Она не может быть здесь. Ай, что это было? Охренеть! Пипец, а что там? Чуть и штанов не выпрыгнул. Я понял, так маска откуда взялась-то? Слушай, ну это вообще не шутки. Не, а как дверь-то открыть? Я хочу туда забрать маску. Слышишь? Это не смешно. Так, ладно, идем дальше. Здесь больше ничего. Так, ну можно продолжать движение вперед. Давай, давай, идем по лесу. И найдем мы Джессику. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найдешь. Ты что, совсем что ли, а? Я чуть не пересрался, короче говоря. Зачем она это сделала? Стой, 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 ты должен это увидеть, ты должен. Смотри, нет, 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 Майк, стой. Ты меня снимала? Вот это лицо! Я испугался, Джесс! Нельзя так пугать людей! Да еще посреди леса! Страшно же! Я напугала. Если ты это запостишь, то что? Тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ворчане, ладно, твоя взяла остроумие. Ну, постарайся. А у него остроумие, кстати, уменьшилось. Уменьшилось, почему? Ну давай проявим остроумие, почему бы нет? Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Но я надеюсь, ты крепкий малый. А кто-то за ними следит. Потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. И сейчас будет не сдобровать, наверное. Ну-ка посмотрим, погуляем. Куда пойдем?
Куда пойдем? Давай. А, подожди, вот здесь можно что-то глянуть. Сейчас мы это увидим. Что может быть, какой разворот событий? Ну-ка, бабочку. Так, она вылезла. Откуда-то и колесо какое-то было. Я вообще не понял, что там показали. Ну ладно. События могут и не так развиваться, я так понимаю. Нам в другую сторону. Подожди, а вот сюда можно еще идти. И туда через мост. Давай-ка сначала прогуляемся в эту сторону. А потом пойдем по мосту. Как-то вы можете булками побыстрее перебирать, ребята, пошустрее. Ну тоже ничего. Тоже ничего, лавочки, скамейки, посидим. Поговорим. Подожди, тут что-то на дереве есть. Так. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. А кто это нацарапал? Тут М. Майк? И Э. Есть идеи, что это может значить? Джесс. Может, Элизабет и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то... Отрицание, это не я. Признание, ладно, это был я. А, так это не мы были-то, это не он был, это не я. Я был здесь с Эмили год назад, но разве я похож на того, кто вырезает сердечки? На ну, ты подумала. Да ты и на того, кто будет визжать, как девчонка, не очень похож. Но ситуации всякие бывают, согласись. Да это Эмили. Такая банальность вполне в ее стиле. Ну, конечно, конечно. Ну, она, кстати, влюбилась в Майкла. Так, ну ладно. Фиг с ним, с Эмили. Мы с ней потом поговорим по этому поводу. Зачем она это сердечко здесь на дереве выгравировала? Зачем? Так, куда идти? Или мы по кругу обошли? Остался там мост и... Ну давай вот сюда, на нас идем. И больше, в принципе, ничего. А, нет, подожди, мне кажется, надо было все-таки по мосту пойти. Потом мы будем долго туда возвращаться. Или я реально, похоже, отсюда пришел? Хотя нет. Да, точно, точно, сюда не надо. Я что-то подзабыл. Ладно, идем обратно. Идем обратно и понимаем, что больше там делать нечего. Остается только один вариант — идти на мост. А вдруг там что-то будет интересное? Мы сейчас об этом узнаем. Майкл тащит за собой Джессику. Джессика, давай быстрее иди. Давай за мной. Я по сугробам иду. А снег мне летит в лицо. И фонарик светит кругом. А на улице полный дубак. И чего же мне делать-то здесь, когда страшно становится вдруг? Эй! Есть тут кто-нибудь? Эй, страшилище! Страшилище лесное! Ладно, фиг с ним. Вроде никого нету, пошли вперед. А деревья-то здесь здоровые, огромные, в высоту они... Просто как, наверное, не знаю, девятиэтажка. Некоторые есть. Некоторые поменьше, некоторые побольше. Идем. Здесь еще и водопад. Водопад. А... Тут надо аккуратно. Настоящая зимняя сказка. Да, уж зимняя сказка, скажу тебе. Могла бы быть и получше зимняя сказка. Идем в какую-то хижину непонятную. Зачем нас отправил чувак тот? Хозяин этого дома. Идите в хижину, сходите. Да нафиг бы нам это надо было. Кто пищит? Там кто-то кричал, как будто... Да это мыши как будто летучие. Ну откуда они здесь? Это, наверняка, белка или чего там. Жутковато. Да вообще жутковато. Я не знаю, зачем мы сюда идем по лесу, поэтому по зимним... Стоп. Там кто-то есть. Эй! Кто там?
Надо запустить туда снежок. Стреляй. А чё я ничего не нажал? Какую кнопку надо было нажать? А, нифига себе. Вот олень, а. Продолжаем движение вперед. Вот он олень. А зачем он на меня так выскочил? Вообще нет бы там пойти куда-нибудь в другую сторону. Все, как ты обещал, Майкл. Что, что? О, мы дошли до хижины, прикинь. Да. А где вход? Стоп, а где дверь? И зачем мы вообще, правда, сюда пришли? Ну-ка, вот и маска какая-то лежит. Ну-ка, давай посмотрим на нее. Найдена улика, старая маска. Слушай, а он в ней, наверное, и всех прибивал. Страшная маска. Испугаться, сладкая месть, показать. Смотри, какая маска. Давай, смотри, какая маска. А, испугать надо было. Я неправильно прочитал, надо было ее испугать. Ну, да ладно, мы ее потом еще напугаем по-любому. Смотри, маска. Фу, и что? Странная какая-то, да? О, скорее страшная. Не нравится? Поцелуй. О, Майк, прекрати! Ладно, как хочешь. Классная маска. А чё выбросил-то? Не надо, надо было оставить себе. Поглумились бы над кем-нибудь еще. Над своими корешами. Заходи, еще посмотрим. Здесь еще что-то есть, вот этот крюк обыщи. Ну-ка, ну-ка, подойди, подойди, подойди. И что, все, больше ничего нету, значит, надо выходить. Значит, надо выходить, идти дальше, пошли. Джесс, давай за мной, быстрее. Здесь становится очень страшно, пойдем со мной. Подожди, а что это за блик был? Фонарик, что? А прикинь, фонарик сейчас погаснет, например, батарейки сядут. Не, ну мы к хижине-то пробрались, а что надо-то делать? Мы вообще далеко ушли. Я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты что творишь-то? Дурной олень. Северный олень. Совсем дурной он стал. Блин, как вам не страшно, ребята, ходить по лесу? Что это? А сейчас реально жутко становится. Оленя завалили. А кто? Капец, его располосовали. Чем? Как будто когтями. Ох, это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Или его... А, подожди, он как будто за дерево. Убить, поддержать. Давай поддержим. Дружок. Ну, давай, а как мы его поддержим? Бедняжка. Потерпи. Дружок, бедняжка. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Терпи, уже недолго. Да ну нафиг, а чё? Беги, беги! Чё это произошло? Господи, что это было? Я не знаю! Его как будто утащил кто-то. Сюда, сюда, Майк! Давай сюда! Давай, 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 прыгаем быстрей. Медведь, это медведь! Смотри, смотри! Его стащил кто-то. Срезать путь. Давай, срезать путь быстрей. Вторую я даже не увидел, я не прочитал вторую. Пофиг, ладно, срежем путь. Ноль. Давай быстрее, ребята, успеваем, главное, все. Давай, давай, поддержу тебя. Иначе нас поймают сейчас. Давай, давай, идем наверх. Да это не медведь нифига был, кстати. Я не знаю, он просто его... коммуниздил этого оленя. Тихо, давай быстрей. Помочь. Помочь, быстрей, быстрей, помочь. Взять ключ там было второе, да? Вставай, скорее! Сейчас! Да давай, 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 быстрее. Вот и ключ взяли, все нормально, быстрей. Открывай! Боже мой! Быстрей, заходи, все, тихо. Чуть-чуть. Что? У меня все было под контролем. О, иди ты! Да, да, все сто, все сто, 110. Вот она, хижина-то. Как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. О, это медведь? Ага,
наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядел. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Ага. Сейчас проверим. Ладно. Будем считать, мне почти полегчало. А как обратно-то возвращаться? Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А чем тебе неуютный? Как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк, да. Камин и уютный свет. Да, миледи. Да уж, ты нашла время, конечно. Уютный свет, камин. Ну давай пробовать, я не знаю, что-то свет хотя бы включить. Хотя сейчас, наверное, лучше вообще ничего не включать. Вдруг этот зверь увидит, что мы здесь. Лампу. О, лампу сейчас включим. Нормально все будет. Ну. А что, почему не включает? Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Во, я включил. Так, ладно, свет есть уже. Вот здесь что-то еще. Давай камин разожжем. Дровишек подкинем. А спички-то есть, нет? Давай дергай еще один. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. Вот, о чем и разговор. Подожди, у нее есть спички. Дай спички, есть? Есть спички? Нету спичков. Так. Спичков нету, значит, идем искать спички. А вон, кстати, на столе лежат спички. Что, телефон выронила? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся, блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Ну, купишь другой? Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Ну, позвони ей. Точно в снегу. А, только... Нет, только набери номер. Сейчас лезь туда, к медведю. Или кто там. Ладно. Ладно, хотя бы спички нашли. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. А вот телефон идти искать, это вообще плохая идея. Вообще плохая идея. Я бы вам не советовал и не рекомендовал, ребята. А что, одна спичка, что ли? Ну, давай еще с одной спички. 1-0. А, отлично, молодец. Очень мило. Ну, браво. Ну вот, миледи. Чего вы еще изволите? Знаешь... А вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Поддержка, что такое? Флир, давай лучше целоваться. Давай поддержим. Я что-то не так делаю? Да нет, нет, я думала, ты вот такой, а ты другой. Понимаешь... То есть, ты тут не виноват. Джесс, ты мне нравишься. Просто дай мне возможность. И уж, поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Что ж, я люблю уверенных.
Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда, ну хватит. Мне реально не по себе. А там ладно, кто-то смотрит. Пойду закрою. А там кто-то реально смотрит. Так, все, иди закрывай. Раз. Ну, давай. И как будто не видно. Вуаля. Ставни закрыты. А вон ружье на стене, кстати, есть. Так, на чем мы остановились? Извини. Прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная сексуальная штучка, но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. В чем? Комплимент, ты такая сексуальная, пренебрежение, как все сложно. Ну, давай комплимент сделай, пускай. Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да. Я стараюсь. Вот. И это суперсексуально. Правда? Конечно, очень. Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Да я вообще только этого и жду. Сейчас, ребята, кто-то прервет вас по-любому. Он следит, просто за окном сидит и следит. Кто это вообще? Что это за человек? А может, это вообще не человек? И он еще как-то видит такое, показывает, как будто он в красных тонах, не знаю, теплоизлучение видит или что, непонятно. Вот о чем я и говорил вам. Майк? Давай, давай, иди проверяй. Я не знаю. Ну так выясни, быстро, давай. Сейчас пойду разбираться. Так, ну давай, пока мы здесь не отошли, вот здесь я что-то еще видел. Давай осмотримся. Вот это ружье на стене, может быть, стоит его взять, а? Ну, не дают взять. Не дают ничего взять. Иду просто с фонариком. Тупо иду на тот звук. Кто же там? Пожалуйста, может быть, там кто-то еще спрятался, а может, уже кто-то и сидит в доме пробрался. Тихо. Ну-ка, сподручные предметы надо какие-нибудь взять с собой. Дайте что-нибудь в руку. Так, аккуратно проходим сюда. Откуда был звук? А вот и окно разбитое, слушай. Давай проверим. На полу что-то. А вот и... А, тут... Как здесь телефон мог оказаться? Его просто сюда закинули. Прикинь. Твой телефон! Что? А как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Он с ними играет, ах, прикинь. Да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Куда ты? Куда ты, стой? Ты чё такая отважная? Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там. Нахрена вы приперлись? Куда ты? Что? Зачем ты такая отважная там? Потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем...
Закрывай дверь быстрее, блин, и больше так никогда не делай. Что ж такое? Капец. И что мне делать теперь? Ее утащили, все. Они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Если библиотека в доме. А, пошли в библиотеку. Раз она говорит, что улика там какая-то. Да куда ты обратно-то? Вниз иди. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. Черт, тихо, а это как? Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Они сами начали падать. Что? Там что-то за книгами. Кнопка там, нажми. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Нажимай, конечно, уже все, давно пора нажать. Сейчас секретный ход откроется. Как нажать? Подожди, а смотри, вот эти показатели. Стой. Нажимай. Там у него показатели все уменьшились. Там получается... Ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Да, в романтической. Как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом. Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот, спасибо. Давай заглянем. Подожди, знаешь что? Интересно было параметры каждого посмотреть, что там. Ну ладно, это потом. Заходи. Погоди, а как будто камера снимает. А кто следит? Вот... А, предмет какой-то лежит. Ну-ка, забирай. Найдена улика, фотопортрет. Что? Это что? Что ты нашел? Письмо с угрозами. Я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбанных лет. 16 лет я ждал встречи... С крошками Ханны и Бет. А почему он ждал так? Почему он ждал именно этой встречи? Так, забота, здесь никого нет. Честность, смотри. А, пускай будет честным, пускай она тоже знает. Я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Да-да-да. Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Это реальная угроза была. Все серьезно. Надо найти Джоша. Прямо сейчас. Пошли быстрее искать Джоша. Да не надо сюда уже все. Подожди, а может правда еще что-нибудь есть? Ну-ка. И как будто камера стоит. А где может быть Джош? Джошик, ты где? Ё-моё, там дверь какая-то открылась. Чё, самый смелый, пойдем туда сразу? Что это? Без понятия. Пошли. Ёшкин матрёшкин, чё делать-то? Страшно становится потихонечку. Так. Кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Если что так, за комната? То это просто полная жесть. Какие-то странные картины висят. Куда, в эту дверь или еще осмотримся? Да, давай здесь посмотрим. Записка. Ну-ка, зачитаем. 8 ноября 2013 год. Возьми еще раз, я не успел прочитать. 8 ноября 2013 год. Доктору К. Джозефу Свафиму, наверное, не знаю, что это такое. Департамент рас и национальности Хаскил Холл. 183 Амстердам Роуд, 6130 Ванкувер. Дорогой доктор Свафим, спасибо за ответ. Приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей.
Даже несмотря на некоторые возникшие у нас проблемы, граффити, бездомные в хозяйственных постройках, это же родина из предков, в конце концов. Родина их предков. Я связалась с потомками племени и собираюсь пожертвовать средства их совету старейшин. Исцелить раны, нанесенные в прошлом будет нелегко. Но мне кажется, что это необходимый шаг. С уважением, Мелинда Вашингтон. На обороте опять видела этого чокнутого. Вот, ребята, опять какой-то чокнутый. Нафиг он здесь взялся? В четверг в 21:17 бродил возле сарая, где генератор. Я теперь буду все записывать. Какой-то чокнутый бродит, он пугает здесь всех. И охотиться, похоже, надо быть вообще очень аккуратными. Давай заходим. Открываем дверь и аккуратненько шажками. Свечка тебе не поможет, точно. Это мы где? А, подожди, мы здесь. Мы в тот раз дверь вот тут открывали. Да? Дверь теперь закрыта, это на улицу. По-моему, здесь мы открывали девчонкам дверь тогда. Да, и подушки эти лежали, я помню это место. Идем дальше. Я подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, но на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалит здесь все дотла. И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. А это что? Что происходит? Слышала? Это Джош! Хорош, ты чё? Джош! Ёперный театр опять начинается. Теперь Эшли утащили. Пусти меня! Эшли! Ну-ка, дверь, толкай еще сильнее. Эш! Бамс! Да чё такое? Чё за клоун? Он в маске клоуна, какой-то страшный чувак волосатый. Вырубил Криса просто. Это он, значит, там охотится? Подожди, или может их несколько тут... Ну хотя он один, наверное, орудует. Так, а где Джош? Джош может их спасти. Я так понимаю, этот чувак, вот он на приеме у психолога. Точнее, это не психолог, а психотерапевт. Это намного сложнее, ребята. Кто с психами работает? Ну и? Блин, ну начинается интересней сейчас сюжет. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак... Это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. И спеши. Твой ответ очень важен. Так, Джош либо Сэм. Ну, давай Сэм, допустим. Эмили и Мэтт. Ну, 50 на 50, как бы, такие персонажики. Сейчас скажу, кого. Наверное, Мэтт больше позитивен. Так, дальше. Крис, Эшли. Эшли, Крис. О, блин, оба нормальные, в принципе. Ну, давай, пусть будет Эшли.
Майк, Джесс. Так. Давай выберем Джесс, пускай, ладно. Кто-то еще? А теперь вот стоит вопрос. Джош Эмили. Ну, наверное, Джош. Я не знаю, пока выбираем так. Давай долго думать не будем, просто будем выбирать. Так, из этих кто? Крис или Майк? Да Крис, наверное. Наверное, больше Крис. Давай дальше. Скажи, в этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Совсем не нравится? Совсем не нравится. Вот, наверное, Эмили все-таки. Чё-то в ней есть такое вот... Не любишь стервозных... Да, чёрт. Поганенькое что-то есть такое. Зачастую как раз нехватка веры в себя и выливается в излишнюю самоуверенность. Подумай. Ты случайно не узнаешь в ней себя? К сожалению, наше время истекло. Еще увидимся. Типа узнаю в себя. Да, всем спасибо за просмотр, ребята. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока.